В рамках турнира были разыграны гран-при по массовому спорту и по спорту высших достижений. Основное направление, в котором соревновались юные танцоры – латиноамериканский танец. К нам приехали очень много пар из многих городов Краснодарского края, а также Ставрополя, Ростовской области. Поэтому мы рады приветствовать всех на нашей анапской земле. И хотим сказать, что этот турнир у нас не просто традиционный, это просто любовь наших участников спортивным бальным танцам. По итогам турнира анапчане вошли в число абсолютных чемпионов. В трех возрастных категориях наши спортсмены завоевали 12 золотых наград, оставив позади всех конкурентов. Впереди у коллектива новые испытания. Уже 18 декабря «Современник» будет представлять Анапу на открытом российском турнире по танцевальному спорту «Викард-2016» в Абинске.